теорем, который устанавливает связи между группами алгебры и линейкой. Сегодня я буду доказывать, ну не то, что прям доказывать, а скорее, как бы давать отсылки к другим областям математики, где их доказывают. Но хотя бы ту часть, которая относится к нашему предмету, все-таки, чтобы мы, еще раз, давайте напомним, что мы сделали в прошлый раз. Что мы знаем? Мы знаем следующую вещь. У нас G, есть G, которая группа I, есть G, которая алгебрами, которые есть касательно пространства единицы, есть отображение экспонента, который дифферматизм в окрестности нуля есть, окрестность нуля в алгебре переводит в окрестность единицы группы. И строим это отображение при помощи построения однопараметрических подгрупп в группе G. И более того, значит, это отображение, оно пунктериально. Вот это. Алгебра. И. Вот. И оно пунктериально в смысле, что если у меня есть гомоморфизм групп, есть вещи, соответствующие. Который гомоморфизм групп, есть dφ, который отображение, производное отображение в единице, и это экспоненциальное отображение, оно функториально в смысле, что соответствующий квадрат коммутативен. Что я могу что сначала взять экспоненциальное отображение, потом применить гомоморфизм групп, что значит построить сначала гомоморфизм алгебр Ли, а потом группы. И более того, значит, мы выяснили, что если же связанное, то этим отображением все определяется, потому что все определяется окрестностью единицы. Значит, соответственно, у нас имеется же связанная группа Ли у нас. Тогда имеется отображение хом из же H в группах в хом из G в H в алгебрах Ли. Ли алгебра. Здесь групп. Да? И значит, это отображение вложения. Это то, что мы знаем с прошлого раза. Значит, а то, что я хочу доказать сегодня, что при условиях на группу, а именно при том, что если мы знаем, что группа G односвязана, то это отображение и является изоморфизмом. Значит, вот те теоремы с прошлого раза, которые были, мы сейчас их, которые это обобщают. Теорема 1, что любой группы Ли G имеется объекция между под алгебрами Ли H в G, которая V от G, и под группами. Значит, здесь нужно правильно говорить. Значит, я люблю говорить под группы Ли, но я так понимаю, что у вас это называлось не под группами Ли, а виртуальными подгруппами. Под группами в Ли в G.
Значит, слово «виртуальная подгруппа» или вообще, значит, у вас как определялась подгруппа Ли? Что это подмногообразие? Вложенное подмногообразие. Значит, вот слова «виртуальная» означают, что у меня есть вложение H в G. Но не вложение, значит, виртуальное означает, что это иммерсия. Что моя подгруппа задана не как вложенная подгруппа. То есть это, конечно, у меня есть вложение, но это вложение, это не вложение многообразий, а это иммерсия многообразий. То есть это означает, что локально у меня в окрестности каждой точки P здесь, у меня для любой точки P здесь существует окрестность, так что и это вложение. Значит, почему такая оговорка? Потому что бывают обмотки тора. Потому что, собственно, значит, тот пример, который нужно держать в голове, давайте его обмотка тора. Тора, когда у меня, значит, имеется R по R2 по Z2, да, и в ней G это R2 по Z2, а H это у меня R туда вложенное, но вложенное кривым способом. Когда я беру вектор, который крутится. Это эквивалентно тому, что дифференциал не вынужден. Да? Да. Вопрос, значит, вложение – это когда у вас топология на том, что вы берете, индуцируется с топологией с образа. И что тогда? То есть, что если взять, вот вы берете H, беру, я его рассматриваю как подмногообразие здесь, то есть топология на нем как на G. Я хочу, чтобы это было подмногообразием. Вот обмотка тора – это не подмногообразие. Но в окрестности каждой точки на H у меня есть, но в окрестности каждой точки у меня таки есть вот мой кусочек, который будет под многообразие в группе G. И, собственно, вот я разрешаю такое. Так, давайте я сейчас формулирую все три утверждения, и будем их последовательно заказывать. Значит, второе утверждение, которое у меня было, что если G связано и односвязано. То есть, значит, это P0 от G равно P1 от G равно нулю. Вот. То отображение, которое у меня было здесь написано, то имеется биекция между хом из G в H и хом между соответствующими алгебрами. Вот. И теорема 3, которая тоже формулировалась в прошлый раз, что у каждой алгебры Ли существует группа у каждой конечномерной. Каждый, это существенный момент, конечномерный алгебре Ли G существует группа
Уже, ну, значит, такая, что уже это ее алгебра Ли. Вот. Значит, это те три теоремы, которые называются теоремами Ли, и после которых как бы изучение групп переходит в изучение алгебры Ли. Вот. Ну, значит, давайте теперь их попробуем как-то доказать или осмыслить, что нам нужно для того, чтобы их доказать. Доказывать я их буду в обратном порядке. Да. А если отбросить конечную вероятность, там что-то можно сказать? Ну, там плохо, просто соответствующая группа должна быть с конечномерным многообразием. Ну да. Ну, как бы понятие бесконечномерного многообразия, это с этим люди борются по-разному. Есть там, бывают алгебраические всякие бесконечномерные многообразия, которые там инт-схемы, про-схемы, и там начинается своя отдельная жизнь, когда что можно. Бывают топологически тоже не очень понятно, что у вас, что такое бесконечномерное. Нельзя сказать, что там есть какое-то многообразие, что соответствующее там Ли. Не, ну вы можете сейчас, вы можете его строить приближениями, вы можете брать под алгебры Ли. Для каждой под алгебры Ли построить свою группу и строить их вложенным образом одну в другую. То есть в этом смысле как бы какой-то ответ вы можете получить. Вопрос, удовлетворяет он вас или нет, это уже зависит от вашей задачи, потому что для разных вещей нужно по-разному. То есть, собственно, как бы то, что вы можете делать, исходя отсюда, вы можете строить вот цепочку алгебры Ли, а потом строить как копредел, строить там соответствующие односвязанные группы Ли с ними, с этими алгебрами Ли, и строить какой-то там здоровый копредел, если он там определен. Ну, вот, значит, сначала давайте расскажем теорему 3, но не то, что расскажем, значит. А именно, значит, я буду использовать такой факт. Факт, который называется, значит, 3 следует из то, что называется теорема Адо, которая говорит, что у любой алгебры Ли конечномерной существует точное представление. Значит, что это, что здесь написано? Давайте я поясню. Значит, то, что, и это то, что, значит, вот этим самым представлением мы как раз начнем заниматься дальше. Значит, что такое вообще представление? Что такое представление группы? Группы. Да, это значит, я хочу группы G, как вас учили на втором курсе. Если я имею группу, не без слова Ли, да, там конечную группу, что такое ее представление? Отображение из группы в группу обратимых матриц там, какого-то пространства. Или, значит, я должен G на V в, я должен подействовать на векторном пространстве V, так что действие у меня происходит посредством линейных операторов. Действие при помощи линейных операторов. Вот. Теперь что произойдет, если я возьму соответствующую алгебру Ли? Что происходит с действием, если я перехожу на язык алгебры Ли? Значит, ну, давайте, значит, на языке алгебры Ли, вот у меня есть G, из которого у меня есть экспоненты сюда. Ну, соответственно, у меня будет отображение в алгебру Ли. G или V. Значит, если это было φ, это dφ. И здесь тоже экспонента. Вот. И dφ должно быть гомоморфизмом алгебры Ли. Ну вот, собственно, определение V здесь, что алгебра Ли, какую-то группу или
Ну, здесь, да, как бы я вам мотивирую определение, которое я сейчас дам. Что, как бы я хочу сказать, что представление алгебры Ли – это то, что происходит из представления групп Ли. Но априори это данные линейной алгебры, так же, как и представление групп. А именно, значит, я говорю, что ВРО называется представлением алгебры Ли, если что, если дано, если ρ это отображение g на v в, или что то же самое, что значит ρ это отображение из g GLV. Да, значит, я хочу, чтобы это было гомоморфизм, который задает гомоморфизм алгебр Ли. Значит, вот на этом языке это гомоморфизм алгебр Ли, но теперь как устроен коммутатор справа в GLV? GLV это матрица, коммутатор там коммутатор матриц. Поэтому то, что здесь написано, это означает, что ρ, ну вот у меня, значит, ρ у меня оно от А, я беру элемент А отсюда, применяю его к В. Да, значит, пару АВ в АВ. Да, значит, мне нужно, чтобы А коммутатор с Б от В, это то же самое, что АБ В минус Б от А В. Да. Оно не, он не очень концептуальный, я бы так сказал. То есть пример, когда вот это происходит, значит, смотрите, когда понятно, откуда вообще происходит теорема Адоа. Он следующий, что если у меня, если группа, если группа не имеет центра, да, если группа G не имеет центра, да, то есть у меня от X для любого X от X не равен тождественному. Тогда я могу взять просто, у меня есть представление из G в просто GL от G, от того же самого пространства, которое называется дифференциал вот этого самого коммутаторного представления. Мы ставим присоединенное представление. Да? То есть, когда я, значит, от x это что? Это я элемент g отправляю x, g, x минус 1. Ну, я беру дифференциал этого отображения. Значит, это отображение было там действие на группе. Беру его, значит, у меня появляется действие группы g сначала на касательном пространстве алгебры Ли. А дальше, после этого, я могу построить действие соответствующей алгебры Ли тоже в касательном пространстве этой алгебры Ли. Значит, у меня есть просто присоединенное представление. Ну, вот это типичный пример, как если у меня нету, если у алгебры Ли нету центра, то есть нету элементов, которые коммутируют совсем, то тогда у меня у группы, у алгебры Ли, соответственно, будет вот это отображение, это вложение. И вот вам выполнение теоремы Адоа. Значит, слова «точное представление» означает, что у меня нет ядра. Но здесь не сильно, а если ядро есть, тогда там какую-нибудь прямую сумму, наверное. Ну, надо, да, надо добавлять там прямую сумму с центром. То есть оно техническое, в общем, оно действительно, оно не очень концептуальное. Поэтому рассказывать я его не буду, и, в общем, и, скорее всего, в этом курсе его действительно, эту теорему мы не затронем. Но тем не менее, значит, как только вы такое имеете, как только вы получили
точное представление, то тогда что? Тогда вы получили, значит, тогда я получил какую картинку? Я получил отображение из G в GL V, которое вложение. Здесь у меня есть экспоненциальное отображение, которое просто из алгебры ли в группу. Ну и, соответственно, после этого я получаю в качестве образа этого отображения, я получаю что-то, какую-то окрестность единицы и порождаю им группу. Поэтому уже просто, ну то есть как бы дополз существует, это же существует как? Как подгруппу в этой самой GLV. Там он маленький? Здесь он маленький, да. Да, согласен. Просто опыт? Просто, ну, в качестве образа, да, получаю окрестность единицы, беру G, беру, получаю подпространство в GLV, смотрю на образ экспоненты, получаю окрестность единицы, порождаю ей группу. Не обязательно открытую окрестность, просто окрестность. Открытую окрестность единицы берем какую-то. Ну, в смысле, у вас в качестве образа это будет под, под многообразие какое-то. Ну, как бы это подпространство здесь. Здесь у вас дифеоморфизм, поэтому вы в качестве образа получите какое-то подмногообразие, содержащее единицу. Ну, вот, вот ваша группа. Вот начало вашей группы, ей порождаете всю группу. Вот, значит, это. Теорема теорема существования, которая как бы вот запрятана вот в этот самый технический результат. Значит, хочу заметить, что совсем не всегда при этой ситуации как бы я получаю какую-то группу. Априори, как бы, если вы смотрите на эту теорему, то хотелось бы думать, что я должен получить сразу односвязанную группу, что есть конструкция построения односвязанной группы. А нет, вот эта теорема совершенно не дает вам односвязанной группы, потому что бывают, бывают односвязанные группы, которые не являются подгруппами линейной группы. Не любую группу можно реализовать как подгруппу в линейной группе. И это мы с вами обсудим, значит, не замечание. Не любая группа реализуется как подгруппа линейной группы. Группы. Поэтому конструкция дает, может давать что-то, ну, дает какую-то группу. Значит, пример, который здесь будет, и который, значит, есть, это универсальное накрывающее SL2R с волной. Хорошо. Значит, теперь... Да. Почему очевидно, что G будет касательно для группы? По построению, потому что у меня взята окрестность единицы. Я взял, ну как бы, я по построению взял просто условно говоря образ экспоненты. Ну как бы образ экспоненты, ну у меня экспонент это дифеоморфизм там, ну как, поэтому у меня имеется просто отложение с касательного пространства в единице к там к тому, что было на подгруппе. Ну, да. Ну, SL2C, она там проще с этой самой с фундаментальной группой. Поэтому, поэтому там не надо никуда. Это самое особое. Значит, про SL2R будем говорить сегодня попозже, еще я поговорю, просто как бы в качестве замечания. Про универсальную накрывающую еще мы сейчас с вами поговорим, но просто через некоторое время. Значит,
Давайте, значит, теперь как, что можно сказать про вторую теорему? Значит, я вторую тоже доказывать не буду, а я ее выведу из первой. Первый и второй, да, примерно так. Значит, нет, с первой я сошлюсь куда подальше. Вот, это значит, как вторую вывести из первой? Ну, это такой стандартный трюк. Он, в принципе, примерно задает на самом деле эквивалентность между первым и вторым утверждением. Но это я пояснять не буду. Значит, что у вас есть? Значит, у меня имеется. Что там? Не очевидно, если на универсальном эквиваленте не поднять. Но это не следует как-то банально из того, что универсальный эквиваленте можно поднять. Ну, вам очевидно, вы работали с универсальной накрывающей, есть, а другие. Это я как бы для себя. Да, 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 да. И это я сегодня объясню. Что на универсальный накрывающий можно поднять структуру группы, да, поэтому. Вот, но. Значит, у меня, что мне дано? Мне задан, я хочу, значит, чтобы показать, что вот эта биекция, что я знаю? Значит, я знаю, что это вложение с прошлого раза. Значит, мне нужно показать сюррективность. То есть мне нужно для каждого гомоморфизма между алгебрами Ли построить гомоморфизм между соответствующими группами. При условии, что группа G связана и односвязана. Ну что, значит, вот у меня зафиксировано. Извините, G, H, да? Значит, вот у меня зафиксирован F. Отсюда. F. Элемент отсюда. Да, тогда, значит, и у меня при этом даны еще группы G и H. Значит, тогда я могу рассмотреть их произведение. G на H. У нее. Алгебра Ли, произведение этих двух групп, как несложно догадаться, это прямая сумма соответствующих алгебр Ли, произведение касательных пространств, потому что жизнь здесь и здесь, они коммутируют, с ними ничего не происходит. Вот. А вот здесь уже я могу выбрать подгруппу, под алгебру Ли, заданную элементами вида x, f от x. Наверное, где x принадлежит g. Назову это g. G1. Такая новая алгебра Ли. Значит, почему это алгебра Ли? Значит, то, что это алгебра Ли, это как раз условие того, что f – это гомоморфизм алгебра Ли. То есть как устроен коммутатор здесь? Он почленный? Да? Значит, как прокоммутировать два элемента x f от x с y f от y. Да? Но мне нужно их почленно прокоммутировать. Что там? X с y и f от, и коммутатор f от x с f от y. То, что называется график отображения, да? Ну, вот эта штука, это f от x с y. Потому что f – это гомоморфизм алгебр Ли. Не просто линейное отображение, это гомоморфизм алгебр Ли. Вот. Ну, значит, замечательная такая подалгебра Ли здесь. Теперь я смотрю на мою теорему 1. Она мне говорит, что существует группа H. Значит, из 1 следует, что у меня, значит, есть g по h, а здесь у меня есть g1. Которая сюда вложена. Подгруппа, ну, в этом смысле виртуальная подгруппа, то есть у меня существует группа Ли и ее иммерсия в g по h. Жена H. И отсюда у меня существует проекция в G. У меня есть две проекции, P1 и P2 на H. Да? Ну, значит, если я имею проекцию в G,
Значит, композиция – это гоморфизм групп Ли. И что я знаю про этот гоморфизм групп Ли? Ну, ясное дело, что разменность – это алгебра Ли. Что он, вот эта композиция этих отображений на уровне алгебр Ли соответствующих из G1 в G. Значит, на уровне алгебр Ли это тождественное отображение. Изоморфизм, извините. Потому что на уровне алгебр Ли это просто проекция на первую компоненту. Поэтому это просто изоморфизм. Значит, и вот это отображение из G1 в G тоже изоморфизм. Почему? Значит, потому что G1, что я про него знаю? Что это отображение, это гоморфизм групп. Там где надо связанность? А? Там где надо связанность? Связанность, конечно, надо требовать. Не, ну у меня, подожди, вот у меня требует связанность. Вот, у меня написано связанность. Я имею в виду теорема 1. Для любой, да, конечно, связанной группы Ли. Связанные. Мне кажется, это все речь идет. Как только вы говорите про алгебру Ли, все идет про компонент связанности единицы. Потому что вы то, что происходит вне компонента связанности единицы, вы при помощи экспоненциального отображения распознать не можете. Оно только про окрестность единицы говорит. Вот, значит, я имею гоморфизм групп. Так что у меня на уровне алгебры Ли это изоморфизм. Но раз на уровне алгебры Ли это изоморфизм, значит это диффеоморфизм, значит это изоморфизм групп окрестности единицы. А дальше, раз это гоморфизм групп окрестности единицы, изоморфизм групп окрестности единицы, вот это вот π, да? Пи, следовательно, пи из G1 в G это гоморфизм групп и изоморфизм в единице. Значит, следовательно, раз у них размерность одинаковая, это пи – это накрытие. Раз они обе связанные, значит, я получаю в качестве образа тоже связанную подгруппу, замкнутую, той же размерность, значит, это накрытие. Но, потому что ядро этого отображения должно быть дискретной нормальной подгруппой, как мы в прошлый раз выясняли. Ну, коли так, накрытие в что-то, что односвязанное, таких не очень много. Потому что у но значит, P1 от G равно E, и следовательно, ой, плохо с буквами P, нет, тут, конечно, да. Давайте это все-таки обозначим по-другому, чтобы не было. P1, P2, что это P, вот. P накрытие, но, значит, фундаментальная группа G тривиальна, поэтому накрытие, следовательно, пи, p, а, нет, здесь как раз P1, следовательно, p из G, из G1 в G, изоморфизм. Потому что накрытие нумеруется под группами фундаментальной группы в базе, да, то есть напоминание, да, которое нам понадобится. И что если у меня P из X базу накрытие, крытие нумеруется, находится во взаимно однозначном соответствии. В соответствии с
подгруппами. Они в базе, в фундаментальной группе базы. Эту вещь кто еще помнит с первого курса? Все помнят? Нет, ну не все, но если не все, то надо, значит, вспоминать, что у вас, что такое накрытие. Накрытие – это, ну, у нас тут слово расслоение у нас было, значит, расслоение, в котором слой всегда состоит из нескольких точек. Количество этих точек одинаково. Вот. Ну а дальше то, что вы можете делать при накрытиях, это то, что удовлетворяет там, аксиоме поднимающей гомотопии, накрывающей гомотопии. Это означает, что путь, если у меня был какой-то путь в базе, то я могу его поднять до пути в слое. Но дальше что у меня может произойти? У меня начало, когда я двигался, начало и конец могут не совпасть. И вот то, насколько они не совпали, это, собственно, и мерит, мне задает мне мое накрытие. И я могу, соответственно, такое строить, то есть имея, поэтому видно, что какие-то петли в базе в тотальном пространстве перестают быть петлями, и, соответственно, подгруппы в базе я могу перегнать в какое-то накрытие, то есть какое-то отображение, где у меня будет фундаментальная группа будет поменьше. Собственно, фундаментальная группа X будет этой самой подгруппой в базе. Вот. Значит, возвращаясь к тому, что у меня здесь написано, значит, у меня имеется отображение, так что образ, он связен-односвязен, то есть все пути на нем гомотопны. Поэтому, значит, у него никаких накрытий вообще в принципе не бывает. Значит, из этого следует, что у вас отображение из G1 в G – это изоморфизм. Ну а раз, значит, раз вот это изоморфизм, то у него есть обратный. Следовательно, существует P в минус первый. Сюда на этой картинке. Что тут цветные мелкие-то были? Нету. Ладно. Значит, вот у меня существует P в минус первый. Ну а после того, как я получил P в минус первый, то вот тут-таки я могу пройтись до H. То есть композиция вот сюда, которая у меня получится, существует P в минус первый и отображение P2 композиция P и P в минус первый из группы G в группу H как раз и соответствует ровно тому отображение алгебры Ли, которое было написано. Но коммутатор, который был здесь, перегонит в коммутатор, который был по второму аргументу. То есть я как раз справился с моими, с моей задачей. Ну, справился в каком смысле? То есть я воспользовался опять черным ящиком по поводу того, что у любой группы существует подгруппа. И вот теперь, наконец, настал критический момент, когда нужно, значит, про этот черный ящик все-таки что-то сказать. Ну, как бы я вам скажу немного, скажу опять, что это тоже некоторый черный ящик из теории дифференциальных уравнений. Или там из дифференциальной геометрии. Ну вот, но давайте, значит, я все-таки назову некоторую теорему оттуда, чтобы было понятно, на что я ссылаюсь. В принципе, как бы в некоторых книжках, если вы хотите посмотреть честное доказательство, то, например, у Винберг-Онищик есть честное доказательство, полное этого утверждения, без отсылки куда-нибудь.
Вот. Но я так не хочу, мне время жалко. Поэтому я вас буду отсылать к учебникам по дифференциальной геометрии. Сейчас, ну можно вопрос? А вот там вот это доказательство никаких проблем с виртуальностью не возникнет? Ну, виртуальность вот у меня загнана в то, что у меня есть вложение группы. Ну да. Есть иммерсия из G1 сюда. Это то, что как бы мне и говорится. Есть иммерсия, так что вот это отображение изоморфизма. Да, да, да. Но это как бы ничему не мешает с точки зрения потом получить. Ну а какая? У меня есть иммерсия, это гомоморфизм групп Ли, который отображение многообразий. Локально у меня как бы это. Иммерсия это то, что локально гомоморфизм многообразия. Ну, что вас смущает? Я взял группу Лиже, поднялся сюда, взял иммерсию, а потом спроецировался. Построил отображение из группы G в группу H. Ну, по дороге оно там пропускается через иммерсию. Но иммерсия это гомоморфизм. То есть там никаких проблем с гладкостью не возникнет. Гладкость – это вещь локальная, да. Поэтому на иммерсии гладкость никак не сказывается. То есть, как бы сейчас, мне при гомоморфизм групп Ли это локальное свойство. Меня интересует, что у меня в окрестности каждой точки была карта, которая переходит, то есть в каждой точке дифференциал был не нулевой. Поэтому как раз иммерсия – это очень хороший гомоморфизм групп Ли. Вот. Вложение тоже. Вот это гомоморфизм групп Ли. Просто в качестве образа вы получаете не подгруппу Ли, а виртуальную группу. Вот. Так. Ну и наконец, значит, переходим к самому интересному месту про подгруппы. Вот. Но здесь, значит, мы будем делать следующее. Значит, мы в прошлый раз с вами занимались тем, что мы интегрировали векторное поле, а сейчас я буду интегрировать распределение. Вот. Для этого я должен сказать, что такое распределение. Значит, распределение. Сейчас это определение. Распределение камерное распределение распределение это что? Значит, это мне нужно в каждой на многообразии M это выбор камерного подпространства. Подпространство в каждой точке в касательном пространстве в Т. Да, я сейчас буду ссылаться на теорему Фрабениуса и все. Вот. Значит, выбор камерного подпространства в касательном пространстве, ну, выбор должен быть, конечно, гладкий. Выбор. Значит, что значит гладкий выбор? То есть у меня есть что? У меня есть мое M, я могу построить касательное пространство, могу касательное расслоение, могу по касательному расслоению построить, да, ну там, можно катую внешнюю степень, можно расслоение, где слой это гроссманиан камерных пространств, MN, да, слой у вас здесь RN, а я могу вместо этого слоя написать так, чтобы слои это были как раз множество точек, множество камерных подпространств в n-мерном пространстве, вот в этом. Ну, я должен выбрать сечение этого расслоения. Значит, с волной коты. Выбрать гладкое сечение этого расслоения. Это, значит, выбор этого камерного подпространства. Вот, а теперь, значит, то, что мне хочется понять, а, собственно, как вот, когда у меня было векторное поле, я умел строить интегральные кривые. То есть умел строить
под многообразие, так что касательные вектора одномерные под многообразие, так что касательные вектора к ним лежали на, принадлежали моему векторному полю. В смысле, были пропорциональны моему векторному полю. Здесь я буду делать то же самое, то есть я хочу n, это интегральная так, значит, под многообразие в m для слоения там, для этого самого, для распределения мю, если t, если для любой точки p из n у меня что, касательное пространство в этой точке под многообразие совпадает с этим моим распределением внутри пространства M. Ну вот типичный пример, вот он здесь нарисован. Значит, у меня было векторное поле на R2, которое, значит, у меня есть в каждой точке, я убираю вектор пропорциональный некоторому заданному, то есть прямую, которая соответствует направлению. Ну тогда, значит, интегральным под многообразием, или в данной ситуации это интегральная кривая, будет просто вот эта самая обмотка тора. То есть будут вот такие линии. В каждой точке этой прямой, этой обмотки, у меня касательное пространство, это просто мой вектор. Ну, прямая натянута на этот вектор. Не, ну у меня все априори, конечно, не ориентированы, но нет, давайте все нужна ли мне здесь где-то ориентация? Ну давайте для удобства ориентированные все. Что-то я сходу не... Хотя, мне кажется, сейчас. Нет, у меня здесь все локально. Все утверждения совершенно локальны. Нет, нигде ориентируемость не нужна, не важна. Просто многообразие. Ну, как мне важно в каждой точке выбрать, уметь выбрать подпространство и уметь выбрать подмногообразие так, чтобы касательное к этому подмногообразию было бы вот этим самым. Сейчас вот вторая интерпретация, где у нас из, есть второе расслоение для смеяния. Да. Просто я строю, ну сейчас, у меня здесь точки этого пространства, вот здесь точки вот этого пространства, это что? Точка на m и касательный вектор к ней. А здесь точка этого пространства, точка здесь и камерная плоскость в касательном пространстве. Просто вот это, то есть вот здесь написано слой этого расслоения. То есть с каждым касательным пространством вы можете, с касательным расслоением можно еще ассоциировать много разных расслоений. Все, что вы знаете про линейную алгебру, там все конструкции универсальные в линейной алгебре, которые вы сможете строить по векторному пространству, можно загнать в то, что можно размазать по многообразию. То есть можно там написать, можно написать пространство камерных подпространств, можно набор флагов. Можно там выбор базиса. То есть, в общем, здесь. Просто точка вот этого многообразия. Выбрать плоскость. Да, это выбрать плоскость внутри этого. То есть некоторое утверждение стоит в том, что это таки будет многообразием. Это как бы требует какие-то там проверки. Но это я не делаю. Это я, как обычно, зажевываю. Но тем не менее, в это можно поверить, что. Конструкция вполне себе универсальная. Извините, то есть выбор, то есть вот это вот определение, это как бы по аналогии с секторным полем. Просто тут на данном случае у нас есть секторное поле, но не на всем многообразии. Ну, еще раз, здесь не одно векторное поле.
даже векторная польза. Мне нужно несколько, мне нужна плоскость. То есть мне нужно, как бы, условно, оно может быть задано двумя векторными полями. Если у вас два векторные поля независимы в каждой точке. Плоскости. Поле плоскостей, да. Поле плоскостей там или поле камерных протостанций, да. Вот, замечательно. И теперь мы делаем что? Теперь мы говорим следующую вещь, чтобы сформулировать теорему Фрабениуса, начну сказать, что такое оно интегрируемо. Говорим, что векторные распределение интегрируемо, если локально для любой точки P существует под многообразие NP в M такое, что, значит, которое является интегральным. Оно интегрально в точке такое, что, значит, здесь локально в любом выяснении, которое NP интегральное. Вроде мне ничего больше не нужно. Вот. И вот тут, наконец, можно, значит, сказать следующий черный ящик, уже поменьше, чем вот этот, который написан в учебниках по дифференциальной геометрии. Называется он теорема Фрабениуса или критерий интегрируемости Фрабениуса. Которая говорит следующее, что распределение μ интегрируемое, μ на m, интегрируемое, если для любых векторных полей кси, и это, которые, значит, векторные поля на m, которые принадлежат моему μ. Что это означает? Что у меня векторные поля – это набор, векторное поле – это касательное пространство в каждой точке. Вот я хочу, чтобы это касательный вектор в каждой точке, я хочу, чтобы этот вектор принадлежал моему подпространству μ в этой точке. То есть если для любых кси и μ, значит, принадлежащих распределению μ, верно, что, значит, векторное поле, которое их коммутатор, ксис, это тоже принадлежит μ. Ну вот и видно в этом месте, где, собственно, у меня эти самые алгебры Ли и появляются. То есть этот коммутатор, который есть в алгебрах Ли, он здесь как раз недаром. Значит, я... Сейчас, вот это как бы мой черный ящик, который мне говорит, что как только я заимел набор распределения такое, что для любых, что локально...
Если я взял два касательных вектора, ну, взял какие-то векторные поля, их соединяющие, то коммутатор тоже должен принадлежать соответствующему полю. Ну, а теперь все, что мне остается, чтобы доказать мою эту самую теорему 1, ну, мне нужно разнести, построить распределение, которое как бы разнесение касательного пространства моей под алгебры по группе. И показать, что это, что то, что я разношу, оно, что коммутатор у меня как раз, который был в алгебре Ли, разнесется на коммутатор соответствующих векторных полей. Нет. Ну, давайте, значит, это я проговорю слова, которые здесь. Что значит NP интегрально? А NP интегрально, что это самое, его касательное пространство совпадает с моим распределением. Ну, как бы у меня распределение это в каждой точке плоскости, но это под многообразие. В каждой точке у меня какое-то подпространство в касательном пространстве. Ну, вот я хочу, чтобы это касательное пространство совпадали бы с моим распределением. Значит, вот теперь доказательство то самое 1. 1 в и да. Устроено как? Значит, у меня есть H под множество G, то теперь я могу строим правоинвариантное распределение. Можно право, можно лево, тут не очень важно. Инвариантное распределение. На G. Каким образом? Значит, это у меня подпространство в единице. Ну, я беру, значит, чтобы построить что-то в TP от G, у меня есть отображение, которое, значит, умножение на элемент P моей группы, там, справа, например, да? Значит, это РП со звездочкой. Изоморфизм касательного пространства единицы с касательным пространством в точке P при помощи умножения справа на элемент группы. Ну, значит, здесь был H. Вот я его перегнал сюда. Соответственно, это HP. Образ при этом отображения, да, задаст мне плоскость. Вот. Значит, это я построил распределение. А теперь, чтобы дойти до теоремы Фрабениуса, мне нужно показать, что у меня коммутатор векторных полей, принадлежащих этому распределению, будет принадлежать тоже этому распределению. Но что я знаю, что у меня векторные поля, которые лежат, то есть я могу задать базис, чего там, в касательном пространстве в единице, взять базис ваш и при помощи умножения на справа разнести этот базис по правоинвариантным векторным полям на группе. Значит, тогда правоинвариантные векторные поля на группе, они в каждой точке сейчас мне нужны те, которые из H, происходящие из H, порождают касательное пространство, порождают распределение мю, да? Мю H. Ну и, соответственно, все, что мне нужно проверить, что коммутатор двух правоинвариантных векторных полей – это тоже правоинвариантное векторное поле. Ну, а это очевидно по построению. Ну, значит, их коммутатор
Тоже правоинвариантное векторное поле. Тоже правоинвариантен. Ну все, вот на этом как бы доказательство закончено. Я все утверждения в реальности запрятал в некоторый набор определений из дифференциальной геометрии о том, когда, собственно, можно интегрировать распределение, о том, когда вы можете, зная набор касательных пространств, когда вы можете построить многообразие так, чтобы касательное к нему было бы как раз ваше распределение. Вот. Все, значит, на этом доказательство заканчивается. А теперь можно переходить к приложениям. Все-таки чуть-чуть времени у нас есть. Поэтому давайте что мы отсюда можем вывести? Значит, отсюда мы можем вывести следующее, что если у меня, собственно, то, что та теорема единственности, которая мне была нужна, следствие, да, что если, если у меня есть группа G1 и G2, таких, что их алгебры Ли совпадают, да, и чего у меня, значит, и G1 одна связана, то отображение из G1 в G2 это то же самое, что отображение из соответствующей алгебры Ли. Значит, то тогда я знаю, что тогда, значит, то G2 изоморфно G1 фактор по N, где N нормальная дискретная, а значит центральная подгруппа. Да, то есть, значит, G1 одна связана, то есть P1 от G1 равно нулю, то есть тем самым G1 это G2 равно G1. Но и это как бы вопрос о том, что это некоторый ответ на то, какие вообще бывают группы Ли с заданной алгеброй Ли. Значит, поэтому, значит, если вы хотите, чтобы описать все группы Ли с заданной алгеброй Ли, нужно сделать что? Нужно взять какую-то G, потом взять ее универсальную накрывающую, построить на ней структуру группы. Значит, мы здесь построим структуру группы. А после этого изучить ее центр Z от G с волной. И подгруппы в центре будут однозначно вам соответствовать всем связанным, видите, G1 связан, здесь у меня все связано, да, будут соответствовать, значит, и подгруппы в Z
Джесс волной с точностью до изоморфизма, да? До изоморфизма соответствует всем группам. Ну, еще можем, да, можем еще на что-то. Можете прямо умножить, можете полупрямо умножить, бывает, что. То есть, как... Да, вы полупрямо умножаете на группу компонент вашей группы. Ну, как бы про группу компонент вашей группы окрестность единицы, а значит, алгебра Ли ничего сказать не может, что там, на что вы еще помножили, поскольку вы можете просто прямо умножить на что угодно, то как бы это все сложно. Значит, давайте пример такого дела. Самый простой пример алгебры Ли, который вообще встречается, это Абелева алгебра Ли. И даже я знаю, какая ей должна соответствовать группа. Пример. Давайте. G это просто Rn по сложению. Да, то есть Абелева, извините, с нулевым коммутатором. Это нулю, да? Абелева алгебра Ли. Ну, соответственно, ожидать от группы, что там, что она будет не Абелевой, сложно в этой ситуации. Поэтому группа, соответственно, тоже должна быть Абелевой. Но теперь наша задача построить, как описать, собственно, все Абелевы группы. Все утверждают, что мы, вот, зная вот эту теорему, сейчас скажем вообще, как устроены все Абелевы группы. Ну, действительно. Значит, у меня есть группа в качестве G, могу взять то же самое Rn по сложению. Это отлично связанная, односвязанная, дискретная, да? Связанная, односвязанная группа. Да, стягиваемая уж, куда уж тут связней, а? Самая лучшая. Самая лучшая, да. Куда уж тут связней не бывает. Вот, значит, теперь как устроен в ней центр, во-первых. Ну, центр это, раз она Абелева, значит, это все оно связано. Поэтому с центром тут неинтересно. Значит, нужно смотреть вообще на подгруппы. Как устроены дискретные подгруппы здесь? С точностью до изоморфизма. Ну, значит, это как группа, это свободная Абелева группа. Поэтому любая дискретная подгруппа в ней, это тоже свободная Абелева группа. Z в K. Тоже по сложению, да, где K меньше либо равно N. Вот. Ну и поскольку меня интересует с точностью до изоморфизма на уровне вложения, то я могу считать, что это ZK, это просто стандартно вложенный там базис на первый K координат. Ну что такое Rn по Z в K? Да, это S1 в K на Rn-K. Тем самым, значит, что вы отсюда получили? Что все Абелевы группы – это просто произведение какого-то количества окружностей на прямую. Ну, в частности, ну ладно, давайте, значит, в случае отдельно n равно 1 не будем. Время жалко. Значит, вот Абелеву группу мы разобрали. Теперь хочется пример, чтобы двигаться дальше, нужно действительно сказать по поводу того, почему я могу вот этот шаг. Почему, если у меня была группа G, то на ее универсальный накрывающий я могу построить структуру группы. То есть, почему универсальный накрывающий существует, это я вас отсылаю в курс топологии. На первом курсе уж построить универсально накрывающую, там объясняли как. А, значит, вопрос, как задать здесь структуру умножения. То есть пусть дана G, и ее универсальная дана группа Ли
G и ее универсальное накрывающее. Уже с волной. Значит, я теперь хочу на G с волной построить умножение. Ну что я для этого делаю? Значит, строим. Умножение в G с волной. Ну, как мы делаем? Что у меня имеется внизу группа G, у меня имеется E. Беру какой-нибудь прообраз у Е, который я назову Е с волной. А теперь, ну что у меня, Ж у меня дана, опять-таки, связанная. Иначе как-то говорить не о чем. А дальше я что, раз у меня была связанная группа, значит, я на базе беру путь от единицы до Х. Путь от единицы до y. И, значит, все, что мне нужно сделать, это поднять отображение xy. Что у меня есть g с волной в g. У меня есть отображение из g на g в G, которое x, y, их произведение. Здесь есть элемент E, который я поднял до E с волной. А теперь я хочу, значит, поднять вот эту вещь. Но у меня, значит, произведение x, y, у меня есть путь, который x соединяет с единицей. Y. Ну, я x соединил с e, а по y я остаюсь на месте. Ну, хотите, можно еще с единицей соединить. В общем, тут не очень важно. Значит, дальше я делаю что? Вот у меня здесь был x с волной, y с волной. Да, у меня был путь от Е с волной до x с волной, который спускается до пути от Е до x. Ну и, соответственно, я могу продлить этот путь, значит, x от t, x с волной от t. Давайте, значит, это отложение с i в g с волной такое, что оно проецируется в x от t из g. Про который известно, что x от нуля это e, а x от x волной от единицы это x волной. Ну и, значит, по теореме о накрывающей гомотопии у меня есть путь x от t на y поднимается. Ну, поднимается до какого-то пути сверху. Ну, и, значит, он, и вот это его поднятие, собственно, и говорит мне то, куда должно перейти. Это самое x волной, y с волной. Да. Понятно? Или какие-то смущения? Ну, как люди, которые знакомы с теоремой о накрывающей гомотопии. А? Снизу гомотопия это путь, да. То есть мы просто берем по одному. Ну, по одному, да, переместились. Мы соединяем с единицей, поднимаем этот путь и смотрим на его конец. Смотрим на его конец в другом месте, да. А понятно, чего это будет плавать? А конструкция не зависит от выбора единицы? Умножение зависит от выбора единицы. Выбор единицы я зафиксировал раз и навсегда. Потому что мне нужно зафиксировать, что такое единица в моей универсальной накрывающей. Вот я ее зафиксирую, и после этого я строю структуру группы на универсальной обертке. Я мог бы стартовать с любого другого места, получил бы другое умножение на
в том, что будет. Но... Да, то есть восприятие фиксировано на единице. Да, я строю умножение в G, значит, зафиксировав. Вав прообраз Е. Прообраз Е с волной. Да. Вот. Значит, дальше мы. Ну что, нужно проверить ассоциативность. Ну, чтобы проверить ассоциативность. Выставляем умножение. А? Как у нас здесь выставлено умножение и пути? Ну, я построил, у меня был путь x от t, потом у меня появился путь x от t помножить на y, который в точке 0, значит, при t равном 0, он дает y, а при t равном 1, y с волной. Да? Ну, изначально у меня был такой, y, а при t равном 1, он дает xy. То есть путь, соединяющий y и xy. Но я его поднимаю наверх. Стартую я с точки y с волной. И у нас групповое действие, да, просто мы поднимем. Но поднимаем по теореме. По теореме о накрывающей гомотопии. Все время поднимаем, потому что как бы, теорема о накрывающей гомотопии говорит то, что любой путь можно поднять единственным образом. Ну, то есть поднимаем путь в элемент один, потом мы учимся умножить по. Да? Да. Значит, ассоциативность это что? Это коммутативность такого дела, да? Значит, мне нужно. У меня есть два отображения разных. Отсюда сюда. Да. Ну и у меня есть то же самое снизу, да? G на G на G, да? И здесь, значит, было x, y, z, которое там переходит в x, y, z, x, y, z. Да? И все это переходит в элемент x, y, z. Ну, теперь я что говорю, что у меня, я поднимаю двумя разными способами, но это все, все эти вещи, это будет, значит, групповой закон здесь, это поднятие накрывающей гомотопии здесь, которое происходит, значит, у меня есть два, априори у меня есть два разных, каждому из этих отображений скрывает, соответствует накрывающая гомотопия умножению здесь. Но у меня это умножение, они совпадают. Если что в таком порядке, что в таком порядке пройти. Поэтому эти накрывающие гомотопии однозначны. Ну и все. То есть как бы у меня... Сейчас я строю мое умножение, пользуясь теоремой о накрывающей гомотопии. Но поскольку то, с чего я ее поднимаю, тут у меня была ассоциативность, то есть сверху она тоже останется. Ну, у вас же локально это все дифеоморфизмы. Это же накрытие. G с волной – это накрытие, поэтому локально это дифеоморфизм. Накрытие, оно в окрестности каждой точки. Это просто у вас имеется набор изоморфных копий того, что происходило на базе. Поэтому локально это дифеоморфизмы. Это все, что вам нужно. Вот. Хорошо. Значит, и последняя вещь, которую... Так, у меня уже время закончилось. Но давайте я, значит, я сформулирую две конструкции, которые нужно все-таки тем, кто ходит на лекции, может не ходить на семинары. Это нужно знать, а на семинарах мы это разберем поподробнее. Значит, вот пример, еще один, который хочется держать в голове. Пример, да?
Значит, у меня группа SUN. Если я хочу вычислить ее фундаментальную группу. То есть я утверждаю, что SUN, она односвязана. А ее центр состоит из чего, кто знает? Какие матрицы принадлежат центру унитарных матриц? Значит, смотрите. Как устроен класс сопряженности в SUN? Теорема из линейной алгебры вам говорит что? Что вы можете выбрать ортогональный собственный базис. Поэтому любая SUN, она пропорциональна, в смысле, она находится там, ее класс сопряженности в SUN, это нумеруется собственными значениями этой матрицы. А какие матрицы со всеми коммутируют? Только диагональные, где у вас одно и то же число на диагонали стоит. То есть это элементы вида лямбда. Лямбда? Да? Значит, ну и мне нужно, чтобы определитель был единицей. То есть лямбда в n равно единице. Ну а таких матриц, таких элементов, значит, это просто ZPNZ, да? Вот, значит, отсюда следует, что групп, у которых алгебра Ли будет SUN, их не так много. Они соответствуют подгруппам в этой самой ZPNZ. Ну и, соответственно, самая такая, там, где центр отсутствует, это PSUN. Да, это как раз SUN по ее центру. Фактор по вот этому ZPNZ. Ну, в принципе, бывает и что-то посередине. Можно... Считаю, ну, оно... Не, ну, как бы где-то 10, но обычно, в общем, да, обычно либо вот это, либо вот это работает. То есть... Нет, есть как бы выраженный случай, когда n равно 2. Вот, значит, случай, когда n равно 2. Он действительно наиболее интересный. Значит, n равно 2. У вас есть группа SU2, которая состоит из матриц каких там ZW и к ним ортогональные, да, минус W сопряженные и Z сопряженные, да. Значит, эта штука с условием, что определитель единица. Z модуль Z модуль W Zn единица. Значит, поэтому это вообще сфера трехмерная. Вот. А центр у вас SU2 состоит из матриц вида плюс-минус 1. Да, это просто Z по 2Z. Спрашивается, что за группа SU2 по Z по 2Z? Ну, значит, ответ, который здесь строится, что SU2 по Z2 это SO3. Вот. И можно явно построить это отображение. Давайте я его сформулирую на лекции, а на семинаре мы его разберем. Видите, SO, надо здесь писать SO3R. Да, ну значит здесь вот конструкция. Это про изоморфизмы малых размерностей. Я так понимаю, что у тех, кто в понедельник на семинары ходит, что-то такое разбирался. Вот. Но здесь вот по четвергам не разбирался. Ну, значит, конструкция, которая один из способов это проговорить, выглядит так, что у меня есть
матрицы SL2C, которые действуют на матрицах со следом 0, значит, на SL2C, это алгебра Ли, сопряжениями. Значит, у меня А переходит в АХ, А минус первый. Но теперь у меня в SL2C двойка здесь специфична тем, что на, значит, это матрица со следом 0. Со следом 0. Ну, значит, вот на этом пространстве имеется такая квадратичная форма удивительная. Значит, на SL2C, ну или вообще просто на мат 2C имеется квадратичная форма. Ну, вы не подумали, которая называется определитель. Обычно определитель – это не квадратичная форма, а вот в случае матриц 2 на 2 – это такие квадратичные формы. Потому что определитель – это произведение, ну что он там, на матрице А, Б, С, Д, да, дает вам А, Б минус С, Д. Квадратичное выражение. Ой, А, Д минус, да, извините. А, Д минус БЦ. Смотрите, еще следите, хорошо. Значит, это квадратичная форма на пространстве матриц. Значит, матрица со следом 0 – это отличное подпространство, на которое эту квадратичную форму можно ограничить. И утверждается, что, значит, это действие такие сохраняет, уважает эту квадратичную форму. Ну, по понятным причинам. Потому что определитель сопряжения ничего не делает с ним, что происходит. Вот. Ну, а здесь, значит, в этой группе у вас имеется группа SU2, которая сохраняет на месте подпространство косо-эрмитовых матриц. Да, в SL2C. Значит, оно действует на этом деле, и здесь форма Эрмитова становится. Ну, форма SU2 действует, извините, ортогональным образом. Действует, сохраняя эту самую дет. И а это пространство, оно положительно определенное. На положительно определенном. Значит, который дет положительно определена на вот этом пространстве. Ну и, соответственно, я получаю отображение из группы SU2 в SO3R. Ну и ясно, что ядро этого отображения – это матрицы плюс-минус 1. Вот. Здесь что-то надо проверять, это мы сейчас не проговорили. Сейчас на семинаре проделаем. Но конструкция, тем не менее, дает вам SU2, у которой группа Z2, и у SO3 получается, что вот у меня две алгебры, две группы Ли с одной и той же алгеброй Ли, две компактные группы Ли. Вот у меня есть самая большая компактная группа, у нее центр и фактор группы. Все, ладно, на этом все. Дальше семинар.